Хендонгфей Глобуше, дорогие друзья со всего мира, физическая гондонская ярмарка будет возвращаться в этой сессии, и мы с нетерпением ждать встречи с вами в Гуанчжоу Гидай с 12 апреля по 5 мая. Обновленная гондонская ярмарка будет проводиться как онлайн, так и офлайн. Будут представлены не только бытовое промышленное развитие Китая и последние достижения в области науки и техники, но и еще более расширится масштаб международного павильона. Вы сможете по-настоящему осуществить покупку у всего мира и продажу всему миру в одном месте. Так как 130 Третья гондонская ярмарка впервые будет использовать расширение места проведения, и поэтому наша общая выставочная площадь увеличилась с 1,18 миллионов до 1,5 миллионов квадратных метров. Одним из основных моментов является то, что будут добавлены новые выставочные характеры, демонстрирующие достижения Китая в области модернизации торговли, промышленного прогресса и научно-технических инноваций. Мы также проходим второй форум «Жемчужная река» в форме 1+N, сосредоточив внимание на таких темах, как цифровизация торговли, новые возможности для торгово-экономического сотрудничества, защита интеллектуальной собственности и так далее. В то же время будет добавлен и инвестиционный тематический форум, чтобы придать голос гондонской ярмарки и внести свой вклад в его мудрости. С 15 апреля мероприятия «Торговый мост» помогут вам сосредоточиться на основных моментах 133-й гондонской ярмарки и установить точную и эффективную связь с высококачественными поставщиками. Очаровательная Бихэнни также будет исследовать гондонскую ярмарку вместе с вами. Всесторонне покажет вам великие события и установит связь с превосходными участниками гондонской ярмарки. Как удобно и быстро посетить физическую гондонскую ярмарку на месте и найти себе нужные павильоны и товары, следите со мной. Если вы впервые участвуете в ярмарке в качестве иностранного покупателя, пожалуйста, посетите наш официальный сайт гондонской ярмарки, войдите в систему Buyer E-Service Tool Best и пройдите предварительную регистрацию, и потом затем вы сможете получить свой бычий покупателя в регистрационных офисах. Офисы регистрации покупателя расположены в зонах BCD нашего комплекса, а также в 8 отелях Гуанчжоу. За моей спиной находится офис регистрации покупателей в зоне D, которая находится примерно в 200 метрах от выхода из станции метро Синкансен. И новые покупатели могут подать заявку на получение бычьих покупателя здесь, предоставив необходимые материалы. Подробности о материалах можно получить на официальном сайте гондонской ярмарки или обратиться в официальную службу поддержки покупателей гондонской ярмарки. Если вы постоянный покупатель и уже имеете бычьих покупателя, вы можете войти в комплекс напрямую. В комплексе есть 4 выставочные зоны A, B, C, D. Зона A имеет 12 выставочных залов, зона B 13 выставочные зоны, зона C 11 выставочных залов и зона D 8 выставочных залов. Кроме того, мы организуем открытые выставочные залы. Как быстро найти себе нужный выставочный зал? К примеру, табличка 2.1 позади меня указывает на то, что я нахожусь на первом этаже выставочного зала номер 2 в зоне A. Для получения дополнительной информации о мероприятии 133-й гондонской ярмарки, ну, пожалуйста, посетите наш официальный сайт. Самая длинная история, самый большой масштаб, самое большое количество покупателей, самое широкое произведение, наиболее полный ассортимент
продукции на лучший эффект оборота бизнеса с экрана в экран онлайн и лицом к лицу офлайн. Первая выставка в Китае поможет покупателям открыть международный рынок и делиться достижениями развития Китая. Давайте встретимся на 133-й Кантонской ярмарке. Мы будем очень рады вас видеть в Гуанчжоу.